А в Сургуте на улице Островского в аварии на «Зебре» травма получила женщина. По предварительной информации, пешехода сбил паркетник Nissan. ДТП произошло в понедельник около 13 часов. Машина ехала со стороны памятника основателям города. Около 5-й поликлиники водитель не предоставил преимущества в движении 67-летней сургутянке. Она получила травмы в течение пары минут. На месте уже были врачи скорой помощи. Пострадавшую доставили в больницу для обследования. По факту инцидента ведется проверка.